В Анапе 43 учреждения дошкольного образования каждый день встречают 9 тысяч маленьких анапчан. Вторые мамы, воспитатели окружают наших детей заботой и вниманием. В ответ на искреннюю любовь малышня растет творческая и благодарная. Ни один праздник в Анапе сегодня не проходит без юных артистов. И в праздничный день детсадовцы не забыли о своих наставниках. На работу, и у мамы много дел. Значит, надо, чтобы кто-то и за нами приглядел. В зале торжеств городского театра собрались лучшие представители профессии. Достойных поощрения выбирали в своих же коллективах, коллегиально. От имени главы Анапы педагогов поздравила его заместитель Людмила Мурашова. Я от имени главы еще раз нашего города поздравляю вас с днем дошкольного работника, с днем воспитателя. И очень хочется, чтобы такое высокое звание, признание вы пронесли через всю свою жизнь. Зампредседателя Совета муниципального образования Александр Смирнов посетовал, что среди анапских воспитателей нет ни одного мужчины, а ведь профессия стратегически важная. Вы делаете очень серьезную работу. Вы выполняете государственный заказ перед всеми, перед Анапой, перед Кубанью, перед нашей страной по воспитанию подрастающего поколения. И каким вы его сегодня сделаете, а я больше чем уверен, вы сделаете хорошими людьми, хорошими, чтобы они любили нашу родину, в том числе и малую родину, любили родителей, любили учителей, любили вас, воспитателей. Зависит многое от вас. Людмила Мурашова вручила благодарности главы города-курорта Анапа 23 сотрудникам дошкольных учреждений. А в подарок от своих воспитанников виновники торжества получили новые яркие поздравления. Кого бы мы ни спросили на празднике, формула успеха лучших воспитателей одна – дети тянутся к тем, кто их искренне любит. Профессию я хотела прийти с самого детства. Моя мечта сбылась. Я пришла в эту профессию. Самое важное – это, конечно, любить наших детей, любить их семьи, воспитывать наших детей. Мы поздравляем всех работников дошкольного образования Анапы с профессиональным праздником.